Отже, готовий вам представити Анну Орлову, власницю розплідника кішок, та Світлану Задираку, також власницю розплідника кішок. Дякуємо вам, що ви зараз зранку з нами, приділили нам час. Отже, розповідайте нам в першу чергу, що це за новий вид котів. Тим паче, що я дивлюся, в них щось з вухами таке цікаве, що воно і до чого. Це одна із недавно виведених пород, називається ця порода ельф. Ну, потому что у них вот такие красивые, загнутые назад ушки, довольно фэнтезийная внешность. То есть животные очень необычные на вид, и у этой породы уже достаточно много поклонников. Выведена эта порода в США в одном из ведущих питомников двумя женщинами, мамой и дочерью, Анной и Трейси Брэнном. Питомник Илуватар. А по поводу этих котов, где их уже можно на каких территориях встретить, кроме вот Николаева? Потому что я понимаю, что в Николаеве есть. В Украине есть, в Днепропетровске, точно знаю, в Харькове есть такие животные. Ну, наверное, еще где-то есть. В Одессе, в Киеве продавали, точно знаю. Ну, в России есть. Одним словом, продавали. Да, именно исходя из этого, вчера, вот готовясь к эфиру, да, мы обсуждали тот момент, что многие начинают манипулировать этой породой, скажем так, в плане того, чтобы заработать деньги. Да, к сожалению, есть такое понятие, как бывает, вот топ-породы, это всегда очень нехорошо и в кошках, и в собаках, либо дорогостоящие породы. И люди, которые слышат, что можно спарить двух животных разных пород и вывести третью, как они себе думают, начинают экспериментировать и продавать желаемое за действительное. Ну, метис эльфом не является, скажем так. То есть к породе надо идти определенное количество времени. На данный период времени этой породе почти 9 лет. Вот, то есть здесь присутствуют вот в двух этих животных две линии питомника и ловатар. Две разные кровные линии. Именно вот этого питомника, из которого выведена эта порода. А то, что идет первые четыре поколения, это называется F1, F2, F3, F4. Ну, то есть это животные, которые должны просто участвовать в создании породы, но никак не идти там. Что должно еще произойти, кроме вот определенного периода времени, для того, чтобы эта порода была все-таки зафиксирована и было сказано, что это новая порода? Это должно произойти очень много всяких вещей. То есть сейчас в Украине в одном только клубе Роландус системы РУИ и ЦФА эта порода признана как экспериментальная. Пока не будет определенного количества представителей этой породы, представителей именно не метисов, скажем так, 35 особей пока не будет, порода не будет признана, эти животные не имеют права участвовать в выставках. Так они могут участвовать только в разведении. Они сейчас так заглядывают на все, давайте с ними уже познакомимся. Да, они очень любопытные товарищи. Вот, это наша старшая кошка Скарлетт. Вот, она у нас готовится в третий раз стать матерью, как вы видите. Вот, а это наше новое молодое поколение приобретение Лекс. Лекс окраса голубой пойнт, у него голубые глаза. Вот он сам голубого окраса. А Скарлетт классический черный окрас с зелеными глазками. Насколько я еще понимаю, долго гонялись за ним, долго его ждали. И за Скарлетт тоже. Скарлетт мы ждали 2,5 года. Была заявка в 4 питомника, мы стояли в листе ожидания на Лекса. Вот как только ее приобрели, то есть почти 3 года мы ждали Лекса. Тоже в 3 питомника были поданы заявки. Ждали нужные крови, нужные окрасы, то есть то, что мы хотели. Такая именно порода. Это вот любовь все-таки к сфинксам или все-таки это желание иметь что-то эксклюзивное? Нет, это любовь к сфинксам именно, потому что эксклюзивного много. Уже на основе эльфа выведена следующая порода дуэльф. Это как эльф, еще и с короткими ножками. Но поскольку я не люблю коротконогих животных никаких, то есть ни кошек, ни собак, поэтому мне предлагали дуэльфа в процессе, пока я ждала эльфа. Бомбина. Да, бомбина, то есть это все не... Предлагали обмен, ну, питомники, когда я продавала своих котят от Скарлетт первых эльфов. Предлагали обмен на бомбина, то есть стоимость примерно одинаковая. Ну, поскольку мне не нравятся коротколапые животные, я не хотела ни то, ни другое. Увы и нет их, да, здесь. Да, увы и нет. А по поводу вот этой пары, Светлана, как ваше вот ощущение по ним? Потому что мы вчера вот обсуждали, что уже все, он ей не нужен. У них, я так понимаю, любовь краткое время. Да, любовь прошла. Да, любовь прошла, ну...
когда-то она опять снова возникнет. Тут вот у него, если присмотреться, на шее видны отметины, как он лез опять с любовью, а Скарлетт ему надавала за трещин за это все. Вы понимаете, друзья, насколько жестока любовь. Да, ты тоже, они вот выбирают себе пару, и если уже какая-то кошка понравится, они больше к ней как-то относятся, так вот. Предпочтение. Любимая, да. А я предлагаю также сейчас посмотреть вместе с нашими телезрителями несколько фотографий и, соответственно, их прокомментировать. Это вот детки Скарлетт с вот таким загнутыми ушками. Замечательно. Это Лекс дома, когда он приехал и разглядывал все у нас дома. Лазил по ковру. Было любопытное животное. Да, не очень любопытное. Это вот мы на выставке в Сумах. Кстати, тоже, да, о выставках хотелось бы сказать пару слов. Вот дети Скарлетт, после бокала. Вот видите, как подобраны крови, на этих фотографиях хорошо видно, насколько очень уже дети правильнее, лучше родителей, потому что долго мы, в общем, гонялись за этими кровями. Вот конкретно вот получилось. Эти девочки две, которые были сейчас показаны маленькие, одна живет в Литве, другая в Голландии, уже имеют своих детей. По поводу выставки, а что это была за выставка и когда? А это была выставка... У нас вот клуб наш, раньше были выставки, отделение Роландуса Николаевское, клуб Шерри, были выставки в клубе судостроителей в Нариме. Сейчас, к сожалению, этот зал недоступен, это очень печально, мы не можем проводить большие выставки. И вот на сегодняшний день, в данный конкретный момент, выставка мирового уровня, то есть будут и иностранные судьи, и иностранцы приедут выставляться, проводится в Одессе, Николаевского клуба. Потому что у нас нет достаточного большого зала, и в городе его не найти помещение. Когда будет эта выставка, уже есть дата? Да, 15-16 апреля, Пасха, пасхальное шоу. Отлично. Всех приглашаем в Одессу, к сожалению, не в Николаев. Так что, друзья, всем любителям котов, конечно же, только туда, только собираемся 15-16. Ну что ж, я так понимаю, что приятно вам все-таки быть одним из первых в Украине, у кого есть эти малыши. Приятно, но очень сложно пробивать, конечно, породу, потому что, конечно... Но мы видим, что уже младенцы уже еще краше. Да. Я хотел бы также расставить все-таки акценты, то, о чем мы общались и перед эфиром, что многие, вот кто хотят эту породу, чтобы не было заблуждения по цене. Потому что... По цене, да, как все что-то новое, да, я всегда сравниваю животных с машинами. То есть, когда выпускается новая модель, все знаем, сколько она стоит, правильно? Иногда даже не хотим не знать. Не может эльф стоить ни $100, ни $500, ни $1000. То есть, это суммы больше, поэтому не стоит вестись на те объявления, да, где... Да, то есть, то, что дешево, то не является данным животным. Так что, друзья, как видите, можно и квартиру купить, и иномарку, либо кота. Так что спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам с такими красавцами и красавицей. Я нагадую еще раз, что у нас сегодня в гостях власниця розплідника кішок Анна Орлова та Світлана Задирака. З ними поспілкувалися про новий вид кішок, який, я сподіваюся, зовсім скоро вже офіційно затвердять. І будемо говорити, що ми були одними із перших, хто їх в ефірі телеканалу Миколаїв показували.